Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Дмитрий Николаев. Приветствую вас всех на своем канале. И в сегодняшнем уроке мы уже разберем с вами, как синхронизировать контакты с сайтом Google. Для этого у вас должен быть созданный аккаунт на gmail.com. Его можно создавать как и вот с телефона, так и вот с компьютера. У кого аккаунт уже созданный, пропускайте этот шаг. Я имею в виду, сейчас я буду показывать, где и как заходить и регистрироваться на сайте Google для дальнейшего синхронизации контактов. Создавать аккаунт я буду прямо на компьютере и потом просто вводить буду логин и пароль в телефоне. Поэтому я перехожу к персональному компьютеру. Итак, регистрация простая, то есть вы набираете в адресной строке вашего браузера www.gmail.com, и вот открывается у нас такое приветственное окно, где мы выбираем вот эту ссылочку «Создать аккаунт». Набираем ее, и вот тут у нас в правом углу появляется поле для создания аккаунта. Создавайте его. Вносите тут имя, фамилию, придумывайте имя для использования и почты gmail.com, придумывайте пароль, указывайте год и месяц рождения, пол, и обязательно вносите номер своего мобильного телефона для подтверждения. Если у вас есть запасной адрес электронной почты, можете тоже его сюда внести. Далее тут предлагают сразу делать Google главную страницу по умолчанию. Можно пропустить проверку эту, докажите, что вы не робот. Если вы указали свой номер мобильного телефона, что я вам настоятельно рекомендую, поэтому галочку ставьте «Пропускать проверку». И, в принципе, страну выбираете, принимаете условия использования лицензионного соглашения, нажимаете «Далее». И к вам придет на мобильный телефон SMS-оповещение с кодом. Вносите код и, собственно говоря, аккаунт созданный. После того, как вы создали аккаунт, возвращайтесь к мобильному телефону в раздел «Добавить аккаунт». Итак, чтобы добавить аккаунт в свой смартфон, который мы только что создали с помощью компьютера на Gmail, сайт Google, мы переходим вот в системную кнопку прямо с рабочего стола, нажимаем «Меню», «Настройки». Переходим во вкладку «Все настройки» и тут ищем такой раздел «Аккаунты». Вот выбираем раздел «Аккаунт» и выбираем «Добавить аккаунт». Здесь мы должны выбрать, какой аккаунт мы хотим создать из предложенных. Мы хотим подключить, вернее, аккаунт от Google. Итак, тут мы можем создавать аккаунт, как я уже и говорил, как на смартфоне, так и на вот компьютере. Но так как мы уже создали его на компьютере, поэтому мы не будем вновь создавать его на телефоне, а возвращаемся назад и выбираем кнопочку «Существующий». После чего нам предлагают войти. Первое, в этом разделе вводите свой адрес электронной почты от Gmail на Google, и на втором поле это вводите свой пароль. Я сейчас введу свои. После того, как я ввел свои данные, логин и пароль, мне сразу предлагают добавить свою кредитную карту. Я выбираю «Не сейчас». И создавать резервную копию данных этого устройства в моем аккаунте Google. Я оставляю галочку и нажимаю на вот этот треугольничек «Далее». Так, я вижу, что у меня подключен к моему аккаунту сервис Google. И вот тут мне надо установить синхронизацию, что я хочу синхронизировать с этим аккаунтом. То есть можно выбрать все. Сейчас вы видите, сколько у меня тут идет разнообразных синхронизаций, добавлений. То есть я сейчас выбираю, что мне нужно. Значит, календарь мне не нужен синхронизировать. Gmail, саму почту не нужно, Google Plus не нужно синхронизировать, Google Plus фото не нужно, Play пресса не нужно, браузер нужно, данные приложений нужно, и вот сами
контакты. Вот это мне все нужно. То есть сейчас я вот снимаю и ставлю галочку, и видите, вот пошла синхронизация как и тут контактов, так и вот тут. Браузер сейчас еще в процессе синхронизации. То есть все те контакты, которые были у меня сейчас на моем телефоне, который мы редактировали с вами в предыдущих уроках, все они сейчас синхронизированы и добавлены на сайт Google. Это мы сейчас все проверим, и сейчас я вам покажу, как и где это все теперь видно на самом сайте Google через персональный компьютер. Хочу еще показать, что за это время я себе уже добавил в сам телефон был все контакты, полностью их отредактировал, то есть поставил на каждый контакт фотографию и мелодию, включил синхронизацию с сервисом Google, и теперь вот возвращаюсь к компьютеру, чтобы вот показать, где находятся эти все мои вот синхронизированные контакты. Вот у меня целый их уже список, как в основном все с фотографиями. Так, возвращаемся к компьютеру. И вот на компьютере я уже открыл свой почтовый ящик на Gmail от Google. И теперь, где искать контакты? Вот тут есть такая стрелочка, где при нажатии на которую можно выбрать контакты или задачи. Я выбираю контакты. То есть вот обратите внимание, все мои контакты, которые были на телефоне, все синхронизировались с моим аккаунтом на Google. Я сейчас открыл другой аккаунт на Google, чтобы не показывать на все увидение эти свои контакты, сами понимаете. И вот сейчас я просто для эксперимента вам покажу, как создается новый контакт, который вот прямо с этого сайта, через компьютер, и он будет синхронизироваться с вашим телефоном и сразу появляться там. То есть выбираете новый контакт, например, даете ему любое имя. Здесь можно вводить адрес электронной почты, он тоже будет показан на телефоне, и можно будет оттуда сразу заходить. Далее здесь выбираете номер телефона мобильный через плюс 3 и так далее. Здесь также можно добавлять и рабочий, домашний и так далее. Телефон. Далее, значит, тут почтовый адрес, где вы можете задать, например, точный почтовый адрес. И потом, когда мы будем устанавливать в смартфон навигатор, будет очень удобно по адресу, например, сразу проложить путь и доехать к нему. Поэтому я сразу рекомендую полностью заполнять все поля. Указывайте страну, указывайте город, название улицы и номер дома. Здесь можно дату рождения добавлять, и тут URL просто, если у человека есть личный сайт, можно добавлять то же самое и выбирать отсюда. Ну и после чего выбираете, конечно, кнопочку «Сохранить», хотя оно уже, вот я вижу, сохранено автоматически. Добавлять картинку отсюда я не рекомендую, так как лучше сразу это делать с телефона, именно с той папки, которую мы создавали. Ну вот таким образом создаются как и в телефоне контакты, так вот и через сайт Google на сервисе Gmail. И синхронизируются они с телефоном. Итак, переходим в наши контакты, переходим в меню и выбираем параметры контактов. Здесь выбираем вот раздел «Фильтры контактов», здесь выбираем «Настройка», и вот у меня появился от Google «Контакты», стоит галочка, и пошла сим-карта первая, все снято, во второй все снято, и в самом телефоне у меня еще стоит галочка «Все контакты». Я это отключаю и нажимаю «Ок». И с предыдущих уроков вы уже знаете, как удалять контакты с телефона. Мы также удаляли их с сим-карты. Смело удаляйте все контакты с телефона, так как они уже у вас уже находятся на сайте Google. И теперь будет очень удобно с ними работать, так как если будут контакты и на телефоне, и
на сайте Google. При звонке будут какие-то ошибки, бывает с фотографиями, бывает без фотографий. Потом, когда же если в галочках, в настройках стоит отключен, показывать контакты с телефона, но и тем не менее с одинаковым названием попадается, я оставляю контакты только на Google. С телефона мне они удалены. Вот, и естественно стоит постоянно синхронизация. Ну, на этом все. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментарии под этим видео. Не забывайте нажимать на кнопочку «Нравится», если вам, конечно, понравился мой урок. Не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще будет много интересного и полезного. С вами был Дмитрий Николаев. Всего вам всем хорошего.